буду осторожен. Вот она. Я гадала, когда ты придешь, замочник. Мастер ключей звучит лучше. Твое владение словом впечатляет, как и всегда. Не понимаю, почему ты так скромен? Ты знаешь, зачем я здесь, Геката? Нам нужно поговорить о твоем новом друге, Хранителе. Не волнуйся. Алексиос не знает, что ошейник Цера на самом деле ключ от врат в царство мертвых. Иначе он сразу побежал бы во дворец к Персефоне. Дело не в этом. Вы проводите вместе много времени и пытаетесь ослабить власть Персефоны. Алексиос пытается ослабить ее власть. Не я. Точнее так, в конце концов, решит Персефона. Я отлично знаю, что Персефона прислушивается к тебе. Но что бы ты ни наговорила ей, это будет ложью, так? Ты хочешь занять ее место на троне? Гермес. Стремление к власти изменило ее. Персефона совсем другая. Сам видишь. К власти стремишься только ты. Могла бы поддержать ее. Ха, ясно. Все дело в зависти. Гермес, потакая прихотям Персефоны, ты не поможешь ей. И уж тем более не получишь того, чего так отчаянно желаешь. Она столько пережила. Вряд ли кто-то в силах помочь ей. Но я не предатель. Я люблю Персефону как сестру, Гермес. Я не могу вызволить ее из Элизия, но хотя бы не дам ей стать чудовищем. Эй, что ты тут делаешь? Хранитель. Гермес, нужно идти. Значит, это тебе не стоило доверять. Геката рассказала мне, что ты предатель и проник в мое святилище. Не дай мне Геката ключ, я бы не попал туда. Но ты был там? Да. Я искал дневник с записями о вратах. Больше ни у кого нет ключа. Алексиос украл его. Точно так же, как и остатки воды Леты.
Вы оба виновны в том, что тут снова появилась вода Леты. Но именно ты отдал ее той женщине. Дело не в этом. С тех пор, как ты появился в Элизии, здесь неспокойно. Это неспроста. Я уверена, что ты пытаешься лишить Персефону власти. Пол Элизия знает, что Геката хочет свергнуть тебя. Разве ты не видишь? Ты же не станешь верить этой лжи. Златоустая примкнула к мятежникам в наследие Девкалиона после того, как чужак помог ей. Я слышала ее. Она славит тебя как союзницу людей. Что? Я... Будь честной, Геката. Ну же. Кроме того, на твоих верных почитателей совершили нападение прямо на симпосии. Да, никто не пострадал. Но в вине нашли аконит. Это твое любимое орудие убийства, так ведь? Любопытно, что последнюю порцию украли прямо перед симпосием. Я ни при чем. Значит, то, что, по словам очевидцев, человек, похожий на тебя, бежал с симпосия почитателей, это совпадение? Хватит! У меня есть все основания подозревать вас обоих. Геката, мой самый давний друг здесь. И самый верный, как мне казалось. Скажи, почему я должна поверить тебе, а не ей? Жажда власти развращает тебя. Она так сказала, я сам слышал. Вот почему она хочет свергнуть тебя. Неужели для тебя слово чужака дороже моего? Персефона. Геката права. Было бы безумием поверить тебе, а не ей. Все пошло наперекосяк из-за тебя. И в моем дворце тебе больше не рады. Есть вести. Сюда движутся преступники из наследия Девкалиона. Не сейчас. Это срочно, царица. Ладно. Разберусь позже. Я так и знал, что ты предашь меня. Нельзя предать того, кому ты никогда не был верен. Солдаты Адониса должны справиться с Персефоной. Нужно сказать ему. Мои люди ищут тебя повсюду. Проверить тронный зал я не догадался. Скажи мне спасибо. Персефона все знает. Она готова. Вот как? Значит, нужно нанести удар сейчас же. За Афродиту. И за то, чтобы ты прошел через врата. Что ж, собирай людей. Мы идем в бой. Битва за нами!
твой последний день! Уйди с дороги! То есть это был ты? А я-то переживал из-за преступников. Все мои страхи, все страдания, все из-за тебя! Я доберусь до врат. Нравится это Персефоне или нет? Не стой у меня на пути! Ну уж нет! Не нужно все усложнять, Гермес! Все могло сложиться иначе. Мы были друзьями, но теперь выбора нет. Я должен защитить любимую! Вот что для тебя значит друг! Yeah!
позор! Больше ты меня не подведешь, Гермес Трисмегист! Хватит! Правлению Персефоны должен прийти конец! Сейчас! Не двигайся. Не дай ему выйти сухим из воды. Мы с тобой союзники. Я всегда буду рядом. Даже вне Элизия? Если до этого дойдет? Даже там. А пока я оставлю вас. Думаю, вам есть что обсудить. Ты совершаешь ошибку. За окном бушует война. Что еще, по-твоему, я могу сделать? Прекрасная Элизия лежит в руинах. И все из-за твоего упрямства, Персефона. Я сделала его прекрасным для тебя. Но все мои попытки добиться твоей любви были тщетны. Ты тоже узница и должна знать, что нельзя полюбить тюремщика. Больше я просить не буду. Отпусти нас. Отпусти меня! Ты настроил против меня весь Элизий, но не в одиночку. Ступай. Алексиусу повезет меньше. Спасибо. Я вечно буду тебе благодарен. Будь милостива к Алексиусу. Твой черед. Это ни к чему. Просто дай мне покинуть Элизий. Адонис собрал бы людей без моей помощи. Ты лжешь! Персефона, зачем тебе вся эта власть? Забудь о ней! И тогда, быть может, даже вернешься домой. Ты не представляешь, через что я прошла. Меня выкрали из вашего мира. Выбора не было. Пришлось подчинить себе этот. Виктория, что? Не сейчас. Абстерго нашли нас. Yeah!
Нет! Лейла! Иди к своему боссу. Если Отце Берг не трус, пусть приходит за мной сам. Ты совсем с ума сошла? Что мне оставалось? Они бы прикончили нас, даже Алитея смылась. Но зачем было убивать их? Что там у вас? Грохот, как на поле боя. Все в норме, Алана. Но на многое не рассчитывай. Похоже, в Анимусе повреждено определенное воспоминание. Все потому, что ты выдернула меня? Класс! Как раз то, что нам нужно. Мне пришлось. Нытье не починит компьютер. Файлы памяти перезаписывают друг друга. Я приведу их в порядок. Знаешь что? Я хочу побыть одна. Вернусь в Грецию, подожду там, пока появится Алитея.
Huh?